Космонавты – это которые люди прилетают смотреть Землю, Солнце. Космонавты – это и те, кто в космосе. Космонавты – это те, кто... Те, кто катаются на ракетах в космос, из космоса на Землю, из Земли на космос. Летают изучать вообще космос, чтобы узнать новое там, все секреты. Ну, просто так, чтобы узнавать события века. Чтобы побыть на планетах. Они туда летают, чтобы увидеть космос, чтобы увидеть Землю с высоты, чтобы увидеть Солнце по-настоящему и другие планеты. Вот и люди изучили где-то там, ну я не знаю, лет несколько назад там, что есть черные дыры. И вообще я знаю, что были новости, и там нашли вообще новую планету, вообще планету новую, где есть жизнь. Одеваться они в скафандры, чтобы не умереть. А то в космосе нет свежего воздуха, а только не свежий. Там же нету гравитации, ну там можно на корабле включить и отключить гравитацию, и они едят с тюбиков. Там у них борщ и мясо хранится в огромных тюбиках.